и поработать с партнерами и самим отдохнуть. В Ульяновске строится конгресс-центр площадью 7,5 тысяч квадратных метров. На базе отеля компании «Рэдисон» в этом году появится уникальная для нашей области площадка для бизнеса и проведения форумов. Три уровня конференц-площадей, конференц-зон, которые каждый будут оборудованы необходимым инженерным оборудованием, видеооборудованием. Это будут большие светодиодные экраны, видеопроекторы, различные способы и варианты трансформации. Кроме конференц-залов, в обновленном здании будет располагаться подземная парковка на 50 мест, кафе на летней террасе и ресторан с панорамным видом на четвертом этаже. В этом году для российских инвесторов разработали новые условия. Стартовала программа выдачи льготных кредитов на строительство отелей. Правила предоставления таких займов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь предприниматели, инвестирующие в гостиничный бизнес, смогут получить финансирование по ставке от 3 до 5% годовых. Срок действия кредитного договора до 15 лет включительно. В Ульяновской области также разрабатываются местные проекты для поддержки. Конгресс-центр и его создатели вполне могут попасть в программы развития. Объем материальных вложений позволяет. Объем инвестиций по указанному инвестиционному проекту составляет порядка 500 миллионов рублей. Это частные полностью инвестиции. Естественно, инвестор кредитуется частично. И да, этот проект может претендовать на получение такой и федеральной, и региональной меры поддержки. По планам инвесторов, конгресс-центр откроется в начале осени этого года. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.